Вернулось то, что не до конца ушло. В Ставрополе продолжают открываться точки знаменитой сети быстрого питания. Мы с моим коллегой Алексеем Форсиковым, он сейчас за кадром, все проверим. И точка. Мы с Алексеем собрали классический заказ на двоих. Да, желаем продолжить. Гамбургер и чизбургер, апельсиновый напиток, два штуки. И Леша не захотел пирожок, поэтому один. Итак, нам принесли наш заказ, и первое, что бросается в глаза, это белые стаканчики, не брендированные, ну, я думаю, это ничего страшного, и такие же вот упаковки на продуктах. Ну, сейчас попробуем, что это на вкус. Ну, могу сказать, что по вкусу вкусно, ничего не изменилось, обычный классический чизбургер. Даже теплый. Вот это вот, кстати, плюс. Чем проще заказ, тем будет понятнее по вкусу. Ну, гамбургер. Все знают. То самое. Ничего не изменилось, правда. И вот что мы еще отметили с Викторией. Сейчас 10:42, а в заведении почти никого нет. Раньше такого не было. Теперь пробуем вишневый пирожок. Вот так он выглядит, не брендированный. Ну, опять-таки, тот самый пирожок. Так, а что у нас по ценам? А по ценам у нас, друзья, ровно такая же история. Гамбургер, чизбургер, апельсиновый напиток и вишневый пирожок вышел нам на двоих в 331 рубль. Друзья, мы решили еще кое-что проверить насчет кофе. Раньше кофе был прекрасный и удивительный. Там на кассе мне заверили, что кофе не изменился. Сейчас проверим. Скажу честно, друзья, ведь журналисты не врут. Кофе стал несколько, так скажем так, пожиже, но нормально. Ладно, и так сойдет. А вот главная новинка заведения – детское пюре яблочное. Пока это все из пунктов детского меню. Ну, по мне, так маловато, потому что ради одного пюре идти сюда с ребенком, ну, как-то можно и в магазине купить. Друзья, ну, конечно, вы понимаете, что самое обидное в данный момент – это отсутствие картошки, за которой сюда ходил, наверное, каждый первый. Но нам пообещали, что картошка появится в сентябре. Ну вот, заказали наггетсы, сырные палочки, чизбургеры, вот еще не попробовали, вишневые пирожки. Ну вот, видно сразу, что с душой готовили. Мы заказали чикенбургеры, вроде какие были, такие и остались. Наггетсы заказали, но мы их еще не попробовали. Я купил по заказу коллег, значит, 4 чизбургера, наггетсы и что-то там еще. В общем, сейчас запакую, чтобы дошло до работы. Горяченьким. Итог нашей проверки. Прежними остались вкус и качество. Цены существенно тоже не изменились. Однако в ресторанах пока нет некоторых позиций. На сайте, кстати, в наличии указано мороженое, которого нет, блины которых пока тоже нет. А также ждем возвращения легендарных овощных нарезок морковные и яблочные. Алексей Форсиков, Виктория Шкальная, Ставропольское телевидение. И точка.